за нашу историю и искреннюю печаль о многочисленных жертвах войны. Сегодня мы собрались здесь у памятника погибшим, чтобы почтить память тех, кто защищал нашу Родину в тяжелые времена. Со знаменательной даты 9 мая 1945 года прошло 72 года. Но сколько бы лет и десятилетий не прошло, люди Земли всегда будут помнить эту великую победу. Слово для открытия митинга предоставляется главе администрации Санниковского сельского совета Владимиру Николаевичу Малафееву. Добрый день, уважаемые односельчане. Митинг, посвященный Дню Победы, 72-й годовщине над фашистской Германией, открыт. Почему с глаз небес такой голубой?